Первый советский шпионский сериал «17 мгновений весны» – экранизация романа Юлианы Семенова. Действие культовой картины Татьяны Леозновой разворачивается в Германии и Швейцарии в последние месяцы существования Третьего рейха – с 12 февраля по 24 марта 1945 года. Главный герой – советский разведчик Максим Исаев, работающий в центральном аппарате под именем Макса Отто фон Штирлица. От московского руководства Штирлиц Исаев получает задание выяснить, кто из высших руководителей рейха ведет сепаратные переговоры о заключении перемирия с Великобританией и США. Сегодня меня вызвал шеф. Они все фантазеры, наши шефы. Им можно фантазировать, у них нет конкретной работы. А давать руководящие указания может даже дрессированное шимпанзе в цирке. Берлин подвергается жесткой бомбежке, в результате которой снаряд повреждает дом, в котором находятся радисты разведчика, супруги Эрвин и Кэтрин Кин. После взрыва Эрвин получает смертельное ранение, а его жена, которая находится в положении, чудом выживает. Ее в бессознательном состоянии отвозят в клинику Шарите, где не в силах стерпеть боль, она случайно выкрикивает русское слово «мама» и выдает себя нацистом. Задача Штирлица осложняется, он остается без связи с Москвой, а его связистка оказывается в цепких лапах гестапо. Вижу женщин. Почему? За что вы нас так ненавидите? Женщины хуже злодеев. Там, по крайней мере, все ясно. А женщины? Сначала патоку разведет, а потом скрутит тебя. Да еще обманет с твоим другом, если у тебя силенок поубавилось. Об этом фильме сложно писать, кажется, будто о нем сказано абсолютно все. «17 мгновений весны» вшиты в советский культурный код, национальную мифологию, коллективное бессознательное, как бы это ни называлось. Из-за этого они кажутся объектом почти непроницаемым, как идеальный шпион. Вся возможная деконструкция, вся ирония уже вложены в миф, что сложился еще в 70-х, хотя бы в виде анекдотов про Штирлица. Последние образуют с фильмом Леознова и Семенова своего рода единый текст. Пересматривая «17 мгновений», невозможно не вспоминать их, но комические реминисценции не мешают действию. Так дайте нам жить как людям, а не как бессловесным рабам. Или убейте меня сейчас, чтобы не сходить с ума. От сознания собственного бессилия, от сознания тупости нации, которую вы превратили в бессловесное стадо! Сходите. Работа над фильмом длилась больше 3 лет, а география съемок раскинулась сразу на несколько городов и стран. Снимали в Берлине, Грузии, Латвии, Ленинграде. Кроме того, на проект были потрачены баснословные деньги. И хотя реальный бюджет картины неизвестен, «17 мгновений» часто представляют как самый дорогой советский сериал. Помимо затрат на декорации, больших вложений потребовал гардероб персонажей. В центре внимания детали, поэтому отшив костюмов смогли доверить исключительно специализированным генеральским ателье. Там только для одного Штирлица было создано 100 белых рубашек. Ладно. Да, а зачем же я к тебе заходил? Я стал склеротическим идиотом. Я же шел к тебе за снотворным. Запоминается последняя фраза. Это Штирлиц вывел для себя словно математическое доказательство. Важно, как войти в нужный разговор, но еще важнее искусство выхода из разговора. Теперь, если Рольфа спросит, кто к нему заходил и зачем, он наверняка ответит, что заходил к нему Штирлиц и просил шведского снотворного. Создатели сериала были удостоены государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых и премии КГБ СССР в области литературы и искусства. Диалоги из телефильма разлетелись на цитаты, а персонажи обрели дальнейшую жизнь в анекдотах. По мотивам романа и сериала созданы многочисленные компьютерные игры. Штирлицу посвящены театральные постановки. В 2009 году сериал был колоризирован. Около 600 специалистов из разных стран разрисовывали кадры вручную. Элеонора Гилоян, Абаза ТВ.